124 делегаты обраны у Могилеве на 5-й Всебелорусский народный сход. У Палацы культуры в области собралось 1000 человек, каких уполноважили коллективы усіх предприемств и организаций областного центра. Эти люди и вызначили достойных кандидатов, которые проставят Могилеву на народном вечере. Подробности у Татьяны Сергейчик. 5-й Усебелорусский народный сход пройдет в Минску 22-23 червня. На им громадяне будут обмерковывать питания державного и громадского життя. Делегатов на форум вылучают зараз. Например, у Могилеве при подрыхтовце до схода отбылось больше за 300 подобных мероприемств. Это очень важно для меня, потому что я на предприятии работаю уже 40 лет. Хочется, чтобы наша страна жила, богатела, и наши люди были тоже богатые и добрые. Всебелорусское народное собрание в действительности является знаковым событием для каждого жителя страны, в том числе и для молодежи, потому что здесь подводятся итоги, которые прошли в нашей стране, и, соответственно, определяются перспективы. И я считаю, что важно, чтобы именно общество вместе консолидированно подошло к этому и осветило все события, которые произошли, и наметило то, к чему нам необходимо стремиться. Керовник Могилева Владимир Цумару подкреслил отказность делегатов, которые будут удельничать во Всебелорусском сходе, бо на им миновито народ обмеркуя стратегию развития краины. Самое главное нацелить на то, чтобы в период подготовки Всебелорусского собрания наши делегаты уже формировали свое мнение, чтобы они в своих трудовых коллективах проводили встречу, брали наказы и готовили свои предложения на уровне республики, чтобы мы могли внести свой вклад в формирование программы, значит, на следующую пятилетку нашей страны. На народном вечере Могилеву представят 124 делегаты. Такие же сходы проходят и в каждом районном центре в области. Делегатов треба обрать до 20 мая. Татьяна Сергійчик, Миколай Соболев, Новини Регіон.